Всем привет, с вами ЛД, и сегодня мы будем смотреть на рисунки про ФНАФ и чуть-чуть про Undertale. Это ФНАФ 5, Минирена вот такая вот и Beauty Buff. Я сегодня утром нарисовала вот этот рисунок. А вот это вот уже поехали рисунки про Undertale. Вот это вот я нарисовала Фриск из Undertale. Ставь лайк, если ты смотрел и играл в Undertale. А это Чар из Undertale, вот такая вот красивая. Только она немного меньше, чем Фриск. Вот такая вот прикольная. А вот это вот Майнкрафт. Ставь лайк, если ты играл в Майнкрафт. Тут есть Слизень, Крипер, Сгусток Магмы, Эндермен, Ифрит и Чешуйница. Вот такие вот прикольненькие. И поехали рисунки про ФНАФ. Вот это вот я срисовала с интернета. Только марионетку, Чику и Фокси. А там еще Мангл, Той Бонни и Той Фредди. Вот это вот я не срисовала. Вот это вот я сама нарисовала. Вот. Чика, Фантом Чики. Потом еще Фантом Манго, Фантом Фокси, Фантом Голдена Фредди, Фантом этой марионетки. Внизу Фантом Балун Боя. И вот тут вот Спрингтрап еще. Следующий рисунок. ФНАФ 2. Чика. Вот какая она обычная днем, а вот какая она ночью. Отличается только тем, что у нее глаза такие, как обычно в игре. И клюва нету. Следующее я сама нарисовала. Тогда я не очень рисовала. Той Бонни. Тело очень большое. Марионетка нормальная. Чика и Фокси слишком большие пальцы. И Мангл тоже очень большие пальцы. Вот такие вот все получились. Вот такие вот. Только Фредди не хватает. А эта марионетка, это я срисовала. Вот такая вот марионеточка прикольная очень получилась. Такая вот. Вот еще пицца по-английски. Я не знаю, как пиццу писать по-английски. А вот это вот я кукловод написала. Но я не знала тогда еще, как марионетку называют. Но потом я поняла, что ее зовут марионеткой. Вот такая вот получилась прикольная. А это еще, когда я не знала, что обычный Бонни не во ФНАФ 3, а во ФНАФ 1. Я нарисовала просто Балун Боя, марионетку, опис во ФНАФ, такой вот офис, ФНАФ 1 и ФНАФ 3 соединила. Маска, вентилятор и так далее, и Бонни, и немного шрамов ему добавила. Вот что получилось. Следующее, вот этого я уже срисовала полностью. С марионеткой, с Чикой, с Фокси, с Бонни, с Мангл и с этим, с Фредди. Даже подпись эту поставила. Но тот, кто рисовал. W и M, английская. Вот такие вот красивенькие, все прикольненькие получились. Ну и на этом все. Я вам показала все рисунки, и фон почему-то темный стал. Хотя на улице ярко. Теперь темно. Всем спасибо, что меня смотрели. С вами была Лиза. Всем пока-пока. До новых встреч. Удачи!